Привет, друзья! Сегодня я вам покажу. Дастин, наш кот, поймал птичку. И сейчас я у него отобрала ее и спрятала. Ну, как спрятала? Сейчас покажу, куда ее. А он мучается, бедный, везде ходит, ищет, кричит. Ну, охотник. Да, Дастин? Дастин? Дастин. Спрятала его вот сюда, вот так, в цветочке. Сидит, не знаю, чем помочь бедному. Ну, живой, но, видимо, сильно ударил он его. Что это за птичка? Ну, хочу сказать, что птички эти, они, конечно, немножко сами виноваты. Всегда прилетают здесь и дразнят его. Маленький, маленький. Малыш. Надо водички ему дать, наверное. Ну, бедный такой. Вот видно, что он его что-то покалечил, наверное. Я не знаю, что теперь делать. Посмотрите, как местные птички дразнят нашего кота. Вот прилетели специально, видя, что кот. Сели. Сели вот одна. Кот здесь ходит, а они вот так вот садятся. Где же вторая? А вторая вообще возле кота. И специально тарахтят так. Смотрите. Вызывают кота, вот так вот дразнят его. Кот это все видит, очень нервничает, боится даже повернуться. Дастин ходит, кричит по всему двору. Кричит, ищет птичку. Да, Дастин? Ищешь птичку? Дастина? Дастюнчик? Моя кошечка. Где моя кошечка, любимая? А? Да моя красавица. Да моя лапушка. Не знаю. Вот он. Вот он. Как только начинаю говорить ласковым таким голосом. А где мой Дастин? Где моя кошечка, любимая? А? Все. Тогда ложится. И вот это ему надо его гладить. Его надо гладить, Даську моего. О, ну злой, злой. Никогда не кусается, никуда, никогда. Но сейчас, видимо, то, что не найдет птичку, разозлился. Да, Дась, Дастиночка, Ляпочка. Котик мой, где мой котик любимый? Где мой любимый кот? А, Дасти, Дасти. Интересно, у них, мы как котов привыкли звать, кс-кс-кс, кис-кис-кис, а у них они зовут котов пусь-пусь-пусь, да, Дастин? Дастин, пусь-пусь-пусь-пусь, а, Дастина, Ляпа, назвала его Дастин, в честь актера Дастина Хоффмана, да? Ты актер, мой Дастин, мой красавец, Дастинка. Ну, он такой у нас как уличный кот. Это вообще, это боец. Он никогда не подпустит, будет везде бегать. Ищет вообще приключения. Котов ждет, чтобы их с ними подраться, не подпустить их к дому. Да, Дастин? Дастин, ой-ой, злючка. Вот злюка, а, премудрый охотник, а, охотник ты, чудо, чудо природы, а, кусачий, ты злой сегодня, агрессивный, никогда, никогда не кусается, никогда не лапу не поднимает на меня, а сегодня вот злой, ой, ну птичку же я забрала, кстати, птичка, она живая. Сидит. Вот так. Ну вот, вот птичка уже вылезла из цветочков. Я думаю, что уже получше. Она пришла в себя, шок проходит. И, видимо, она сейчас скоро полетит. Ну, отлично, спасла я птичку. Пусть живет, лишь бы не вывалилась сейчас, чтобы Дастин ее не доел. Не съел ее. Ну, хорошо. Жалко все-таки, конечно. Как можно? Все, улетело, ура! Ну все, друзья мои, спасла я птичку.